Хочется зрителя немножко встрясти. Как мне кажется, лондонский зритель, бурятский зритель воспринимает изобразительное искусство, ну вообще арт, воспринимает достаточно традиционно. У бурятского народа сильные традиции, ремесленные традиции. А вот этот вот образ всадника в этом проекте, мы его назвали эмиссаром перемен в глобальном мире. Как бы это там сложно, может быть, не звучало, на самом деле, если так задуматься, оно так и есть. А, в общем-то, история, глобальная история человечества — это история войн, история каких-то глобальных перемещений, история миграций. Те вещи, которые совершались с этими холстами, они, ну, их просто невозможно будет повторить. Тем они, наверное, ценны. Такие вещи, которые работают с фактурами, с текстурами, с шлифовкой. Они сами по себе очень уникальные. Я просто вижу как раз на разных выставках художники подходят и пытаются понять, как это сделано. Они понимают, что это не так просто, потому что он слой, например, какой-то наносит, потом с ним работает, шлифует, обрабатывает, поливает, ну вообще черт знает, что делает. Образ степной госпожи, такого природного, какого-то очень аутентичного образа женщины в таком вот рогатом головном уборе. И этот образ вот из проекта в проект, он претерпевает разные изменения, происходят разные коллизии, разные трансформации. Работая над сегодняшним вот этим вот проектом, ну, я почувствовал, что произошла некоторая такая перезагрузка, что ли. Произошло некоторое переосмысление тем. Наверное, я стал более, может быть, более взрослым. Для меня стал важен каждый прожитый день, поэтому, ну, я не оглядываюсь назад, а стараюсь идти жить сегодня и смотреть немножко в завтра, потому что художник обязан все-таки немножко смотреть вперед, тем самым, да, ну, даже предугадывает некоторые события.